Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, մեդիա կենտրոնում այսօր տեղի կունենա քննարկում ուրեմն Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարի այցի Երևան, դիտարկումներ հայ-վրացական հարաբերությունների շուրջ թեմայով։ Ես միանգամից տեղից կասեմ, հարգելի գործընկերներ, որ քննարկումը տեղի ունենալու ռուսերեն լեզվով, որովհետև մենք Վրաստանից փորձագետ ունենք միացած Skype-ի միջոցով, ով դեռ հայերեն լեզուն չի հասկանում։ Добрый день, коллеги. Сегодня на площадке медиа-центра состоится обсуждение на тему визит главы МИД Грузии в Ереван. Наши мнения относительно будут высказаны мнения относительно армяно-грузинских отношений. И нашими спикерами в Ереване являются Джон Емеликян, эксперт по Грузии, Грант Микаэлян, эксперт Института Кавказа, а также по скайпу с нами на связи находится Георгий Канашвили, глава фонда «Кавказский дом», грузинский эксперт. Добрый день, коллеги, спасибо, что вы тут, и спасибо, господин Канашвили, что вы подключились к нам по скайпу. Итак, состоялся визит, сегодня можно уже обсудить, подвести промежуточные итоги, а также обсудить в целом армяно-грузинские отношения. Они в целом последний год, можно сказать, в плане торговли, в плане торгово-экономической компонента, особенно в прессе часто просачиваются такие информации, они, есть впечатление, что развиваются, есть впечатление, что есть определенные сдвиги в этом направлении, особенно после визита премьер-министра Армении в Грузию, в Тбилиси, и достижения определенных соглашений по поводу транспортировки коридоров и так далее и тому подобное. Во время этого визита тоже были обсуждены вопросы, связанные с торговлей, связанные с транспортными коридорами, энергетикой, а также возможными инвестициями Грузии в свободную экономическую зону в Мегри на границе с Ираном. Вот такой вопрос. Как, господин Меликян, вы сначала... Как вы прокомментируете визит, в целом достигнутые соглашения здесь, и являются ли они неким продолжением того процесса, который был до этого? Спасибо. Спасибо большое. Приветствую моих коллег в Ереване и в Тбилиси. Нужно отметить прежде всего, что это хорошая, уже добрая традиция. В отличие от прежних лет, мы можем на сегодняшний день констатировать тот факт, что у нас формируется следующая система, когда не простые рабочие визиты, а у нас мы видим официальные визиты министров обороны и ответные визиты грузинских коллег в Ереван. То есть вот та традиция, которая в последние несколько лет активно трансформируется, можно сказать, что она очень позитивна, она показывает желание большего углубления взаимоотношений армяно-грузинских, диалога. Сама повестка дня, в принципе, она формировалась годами, и, как мне кажется, на сегодняшний день мы имеем то, что мы имеем, а это сотрудничество торгово-экономическое, транспортно-коммуникационное, энергетическое, в сфере туризма, социально-гуманитарное. И какие-то элементы на сегодняшний день у нас есть также военного сотрудничества между Арменией и Грузией. В принципе, визит он, так как он официальный, визит он подразумевает, что стороны делятся друг с другом определенными мнениями по разным вопросам общей, имеющейся, отмеченной мной повестки дня. Очень важный компонент – это то, что обсуждается ситуация с безопасностью в нашем регионе. Все вы знаете, что как для Тбилиси, так и для Еревана очень важно, чтобы в соседней стране была стабильность, не было конфликтов. Поэтому в этой связи очень актуально для Тбилиси, чтобы Нагорно-Карабахский конфликт не развивался в сторону эскалации, и у нас была бы стабильность более или менее. И для нас, конечно же, важно, чтобы у Тбилиси не было ни внутренних проблем, ни проблем с соседями, чему свидетелем мы стали в 2008 году, и что очень серьезно повлияло также и на нашу экономику. В связи с этим очень важно, что отмечается, что стороны делятся мнениями по этим вопросам, и, конечно же, нужно отметить, что
Что интересно, в ходе заявлений, которые были сделаны министрами вчера в МИДе Армении, армянская сторона заявила, ну, в лице главы МИД, что армянская сторона предоставила грузинской информацию о деятельности Минской группы ОБСЕ, а грузинская, в свою очередь, в своем заявлении говорила про грузино-абхазский и грузино-юго-осетинский конфликты. Что важно в связи с тем, что вот мы знаем, что недавно в Южной Осетии состоялись выборы президента, там, в принципе, власть перешла к новому человеку, и для Тбилиси очень важна политика непризнания в мировом масштабе и в масштабе региональном. В этой связи также можно отметить, что стороны продолжают также диалог, и в этой связи, конечно же, для Еревана очень важно иметь сбалансированные отношения в данных вопросах между Россией и Грузией. То есть у нас есть красные линии, которые и Москва понимает, что мы за них переходить не можем. И Тбилиси постоянно, наша сторона уверяет Тбилиси, что есть вот определенный подход к региональным конфликтам, который не претерпит изменений. Спасибо. Спасибо, Джонни. Господин Микаэлян, я передаю слово вам. Вопрос следующий. До визита, можно сказать, дня, наверное, два вот, за визита, до визита, было в Армении вот сообщение о том, что тарифы на перевозки грузов через Грузию, то есть речь шла, конечно, об армяно-российской торговле, но оно, конечно, протекает через Грузию. И вот тарифы на транспортировки этих грузов существенно снизились. На 50%, если я не ошибаюсь, это по части паромной перевозки и 30% по части импорта и так далее. Насколько, во-первых, это важно для экономики Армении, это раз. С другой стороны, почему именно сейчас удалось достичь таким соглашением, что подтолкнуло стороны вот, идти к подобным скидкам, можно сказать? Я думаю, что есть несколько причин. Во-первых, в целом, на мой взгляд, армяно-грузинские отношения институционально были довольно слабы до последнего времени. И вот в последние несколько лет они начали активно развиваться. Контакты расширяются по всем направлениям, которые Джонни Меликан перечислил. И также, что важно, сейчас Армения становится транзитной страной между Грузией и Ираном. В прошлом году рост грузоперевозок через Армению составил 80%, в этом году уже 100%, и, соответственно, это приобретает значение, в том числе уже и для Грузии, да, то есть это уже какой-то объем появляется. С другой стороны, для России также важно, чтобы она имела возможность контактировать с Арменией, а если эти перевозки дорого стоят, то это сложно. Пару лет назад в докладе Всемирного банка Doing Business там были цифры по тому, сколько обходится экспорт и импорт одного контейнера из Армении. И это было очень дорого, то есть там, если я не ошибаюсь, из Грузии экспорт стоил $1700, ну, обходилась перевозка вся, из Армении $2100. Вот сейчас эти скидки, возможно, помогут эту разницу сильно уменьшить, и, соответственно, Армения сможет больше экспортировать, соответственно, развивать свою экономику. Ну и последнее, что, я думаю, тут важно сказать, это то, что... Да, и, кстати, это, конечно же, посодействует снижению цен в Армении, потому что снизятся издержки на импорт. Не очень сильному, но все-таки на 2-3% это, возможно, снизится цена. Ну и последнее, это вот в феврале была встреча Карасина и Абашидзе, на которой обсуждали тоже вопросы транспорта, транзитных коридоров. И сейчас уже как бы...
в согласовании с тем, что тогда они договорились, уже будут, были достигнуты и скидки для Армении. То есть это, я думаю, это один и тот же процесс. То есть восстановление отношений Грузии с Россией, укрепление отношений Армении с Грузией и выход Ирана из изоляции. Вот так. Спасибо. Спасибо вам. Господин Канашвили, я передаю слово вам. Вы слышали мнение в Ереване о том, как из Еревана, из Армении смотрится, то есть как смотрит на армяно-грузинские отношения и какую важность представляет Грузия для Армении в этом плане. Вот хотелось бы от вас слушать мнение как человека, смотрящего на это из Тбилиси. То есть как в Тбилиси, особенно в политическом истеблишменте, воспринимается Армения сейчас в нынешнем виде при открытом Иране, можно так сказать, то есть с которой можно уже сотрудничать, делать какие-то транзакции, торговлю и так далее. Есть ли новое какое-то отношение, новые вот нюансы в этой парадигме? Я извиняюсь, последнюю часть вопроса не совсем расслышал. Как из Грузии, как из Тбилиси смотрят на Армению в плане, то есть соседа, соседнюю страну, важность ее для Грузии в том плане, что есть Иран, который уже открыт, и с ней можно торговать, и воспринимается Армения как вот транзитной страны в этом плане? Спасибо. Вообще... Мне кажется, что в Грузии по отношению к Армении всегда, так сказать, два противостоящих нарратива. Слышно? Вот какие-то у нас проблемы с связью. Продолжайте. Иран смотрит, Иран смотрит. Минуточку. Продолжайте. Мне кажется, что по отношению Армении в Грузии две... Сейчас нормально слышно, да? Да. Две противостоящих таких мнений или нарративов. Один такой прагматический, рациональный, не слышно, да, опять? Продолжайте. Какие-то тут обрывы бывают, но в целом нам понятна ваша речь. Потому что не совсем слышно ваш голос что-то. Да. Может отключить видео, и так будет более... Может что-то давайте, из-за интернета. Давайте попробуем, да. Угу. И снова мне позвонили. Не, мы просто видео отключим. Окей. Ага, продолжайте. Есть нарратива долгое время такие... Арткаргам я танжадес норит зангес. Да, Георгий. Слышен мой голос? Да. Я извиняюсь, я просто сейчас хотел бы задать вопрос. Меня слышно было или снова сначала? Да, слышно. Продолжайте. Да. Это у нас с интернетом проблемы или как? Не знаю, вроде бы у меня все нравится. Человек, как хосум, а у катарвума, ряд займем я камить. Да. Да, Георгий, продолжайте, вроде бы наладилось. И эти две нарратива, в одном нарративе, так сказать, вот первом, да, которая, так сказать, прагматично рациональная, всегда подчеркивается, что
грузино-армянские отношения за все 25 лет независимости были очень прагматические, рациональные, добрососедические, и что Армения в критических моментах она вела себя очень любно и корректно по отношению к Грузии. Это касается и 2008 года, когда в Тбилиси помнят, что несмотря на сильное, ну, что, во-первых, база Гюмри не была использована против Грузии, и после войны, после признания Абхазии и Южной Осетии со стороны России, несмотря на существенное сильное давление на Ереван, Москвой, все-таки Ереван смог этот натиск как-то выдержать и не признать ни Абхазию, ни Южную Осетию. Даже я, ну, хотя, что вам напоминать, вы тоже очень хорошо помните, когда уже в 2008, уже в сентябре был первый визит президента Сержа Саркисяна в Тбилиси, где Саакашвили передала какую-то награду, потом уже Саакашвили был, его пригласил господин Саркисян уже в Ереван, что вызвало существенное сильное недовольство в Москве и даже определенные проблемы между господином Путиным и Саркисяном. То есть вот этот нарратив присутствует, но параллельно есть другой нарратив, который, не знаю, для меня не совсем понятно, на что, на какие-то факты не основываются, но этот нарратив всегда смотрит на Армению как-то вот подозрительно, которая может какую-то такую кризисную ситуацию как-то воспользоваться какими-то слабостями Грузии, что-то там в Джавахетии, что-то начать делать. Хотя фактом это все не подкреплено, это такое, не знаю, на чем вот этот подход базируется, для меня лично не совсем понятен. Что касается вот конкретно, ваши гости говорили о интенсификации отношений между Грузией и Арменией, мне кажется, что да, наблюдается такой процесс, но в принципе эти отношения всегда были за все 25 лет довольно на нормальной, на довольно хорошем уровне. Сейчас, исходя из того, что Тбилиси со своей стороны и Ереван со своей стороны стараются повысить свою транзитную роль в регионе, конечно же, Грузия заинтересована, чтобы Армения всячески была близка в этом отношении и пользовалась, так сказать, с грузинскими. В принципе, у Армении на данном этапе другого выбора и нет. Что касается там транзита по стороне Тегерана, ну, думают об этом, особенно в контексте того, что Иран, ну, хотя сейчас что-то опять процесс в другое направление идет, но как минимум были надежды, что Иран откроется для мира, что с Западом отношения будут постепенно налаживаться. И, конечно, в этом контексте для Грузии тоже Армения стала более интересна в контексте Ирана. Хотя без Ирана тоже Армения всегда интересна для Грузии. Вот на встрече были разговоры, в том числе о сотрудничестве в международных организациях. Я думаю, что там подразумевалось определенные проблемы, которые между Ереваном и Тбилиси иногда, так сказать, возникают в контексте вот опять-таки конфликтов и ведения определенных конфликтов и ведения определенных вопросов. Ну, вы знаете, резолюцию, например, грузинскую резолюцию по беженцам Ереван или не поддерживает, или против голосует со своей стороны Грузия, если я не хочу ошибиться, или опять-таки вот примерно так же себя ведет по отношению азербайджанских резолюций, то есть поддерживает азербайджанские резолюции и так далее. Наверное, наши стороны стараются где-то здесь найти какой-то компромиссный вариант.
насколько выйдет, я надеюсь, что что-то там выйдет, да, из этого. Опять-таки, был за вопрос затронут Карабаха и стабильности в регионе. Для Грузии это очень важно. Во-первых, стабильный регион, давайте скажем, для всех важно. Потому что никакие инвесторы, никакие большие деньги в регионах, где конфликты, не приходят и не будут приходить. И мы будем оставаться вот всегда жить такими, так бедно, если в застрянии могут быть. Но если очень так оперативный интерес, это то, что, вы знаете, на территории Грузии живут немало азербайджанцев и армян. Даже при предыдущей эскалации в апреле наблюдалась и есть довольно достоверная информация, что обе общины начали, так сказать, самоорганизироваться, думать о добровольцах, которые были бы посланы, так сказать, на фронте, и о деньгах, которые хотели собирать и так далее. Это все может и перетечь. Я не знаю, что было бы, если этот кризис продолжил бы не 5 дней, а 15 или 20. Поэтому Тбилиси, конечно же, очень заинтересован в стабильности и мирном разрешении карабахского конфликта, если не разрешение, то как минимум стабильности. Спасибо, Георгий, за ваше мнение. Еще один вопрос к вам. Вот здесь упомянулось вопрос, то есть соглашение, можно сказать, устное, наверное, о том, что Россия и Грузия будут выполнять ранее достигнутое соглашение о деблокаде торговых путей через Абхазию и Южную Осетию. Это речь идет о последней встрече Карасин в формате Карасин-Абашидзе. Вот что есть в этом направлении, конечно, во времени после каких-то таких информационных сообщений очень много обсуждений бывает, откроются ли дороги, не откроются и так далее. Вот что есть новое, есть ли что-то новое в этом направлении, или пока что подковерный рабочий процесс идет, и мы не можем говорить о каких-то реальных сдвигах? Мне кажется, что опять-таки этот вопрос надо в общем каком-то картине видеть. Грузино-российские отношения после 2012 года, то есть после того, как грузинская мечта, новая коалиция, новое правительство пришло, они начали эти отношения максимально, давайте скажем, рационализировать, сотрудничать там, где возможно. И несмотря на определенный скепсис, в принципе, все те цели, более-менее, которые ставили стороны перед собой, более-менее достигнуты или достигаются постепенно. И мы сейчас пришли к вопросу исполнения тех договоренностей, которые были достигнуты в 2011-2012 в контексте вступления России в мировую торговую организацию, когда швейцарские мониторы должны были быть расположены на нескольких, так сказать, тех границей с нашей стороны, которые мы на данном этапе не контролируем. И очень долгое время, исходя из того, что не было никакой доверия между Тбилиси и Москвой, этот процесс не был, так сказать, задействован. Сейчас мне кажется, что определенное доверие между Тбилиси и Москвой есть. Есть желание двигаться впереди. И, конечно же, есть очень такой прагматизм с обеих сторон и интересы. И здесь армянские интересы, конечно же, тоже. Но что касается Тбилиси, мне кажется, что мы медленно, но процесс, так сказать, лед тронут. То есть процесс идет, и в ближайшее будущее, я думаю, если что-то, не знаю, какие-то тектонические сдвиги не будут в регионе, или же какой-то пересмотр с грузинской или российской стороны по отношению этого вопроса,
В принципе, я не вижу на данном этапе каких-то угроз тому, что эти дороги откроются. Тем более, что Цхинвали и Сухуми тоже заинтересованы, особенно в Цхинвали, открытие, потому что они очень хорошо понимают, что население, которое до конфликта доходило почти до 100 тысяч человек, на данном этапе там, реальное население, наверное, от 30 до 40, максимум. Огромная депопуляция там происходит, то есть молодежь уезжает по квотам и так далее, уезжает в основном в Россию, и никто не хочет приезжать, потому что у этого региона без открытия какого-то, открытия хоть минимального по отношению к Грузии, нету никакого шанса развития. Она станет как аппендиксом военным базам России и обслуживанием персоналом. Это вокруг Грузия, то есть везде Грузия там, в отличие от Абхазии. Да? И, в принципе, если эта дорога откроется, для них это очень хорошо, потому что она будет, так сказать, мини-транзитной зоной в нашем транзитном регионе, да, и местные элиты, конечно же, хотят на это подрабатывать. Интерес Грузии, Армении, России, мне тоже, думаю, что очевиден. Поэтому, если опять-таки какие-то неожиданные сдвиги не будут, наверное, мы в ближайшие месяцы, я думаю, в течение этого года, мне кажется, этот процесс будет, так сказать, позитивно решен. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Оставайтесь на линии. Дорогие журналисты, есть у вас какие-то вопросы? Если есть, можете задать. Если нет, я перейду к другому вопросу. Если есть комментарий по поводу высказывания Георгия Канашвили, вы можете сейчас, если не, я не знаю, не согласие, согласие и так далее. Если нет, вот есть? Угу. Согласие. Хорошо. Вот такой вопрос. Во время встречи с премьер-министром между Карапетяном и Джанелидзе был зададен вопрос о мигринском зоне свободной торговли, да, и стороны выразили там, я не знаю, интерес к этому и так далее, и было отмечено буквально следующее, я цитирую, что выразили единое мнение в том, что эти инициативы будут эффективной площадкой в плане ознакомления с возможностями выхода на рынки третьих стран и обеспечения их большей доступности. То же самое, можно сказать, говорилось в каком-то ином плане, когда Армения шла в Евразийский экономический союз, Грузия по пути заключения DCFTA с ЕС, что эти обе страны могут стать хорошей площадкой для выхода на разные рынки, да, чтобы основать здесь бизнес, там, торговать в Евразийском союзе или наоборот. Исходя из этого опыта, мы можем сказать, что эти заявления притворились в жизнь или нет? Грузины стали инвестировать в Армению, чтобы торговать в Евразийском экономическом союзе или наоборот? И исходя из этого опыта, какое будущее ожидает таким инициативам, свободным экономическим зонам? Угу. Прежде всего, мы должны сами понимать, что Грузия сама нуждается на сегодняшний день в большом количестве инвестиций, как и сама Армения. Однако на данный момент, после открытия российского рынка для грузинской продукции, можно сказать, что Грузия в определенном смысле дошла до какого-то максимума в производстве, то есть возродились некоторые направления, то есть винодельческие, то есть они довели до максимума возможного, то есть в дальнейшем нужны уже инвестиции в самой Грузии, чтобы была произведена эта продукция и она выходила бы на евразийский рынок. По части Ирана я скажу, что у самого официального Тбилиси, конечно же, большие ожидания от Ирана. В этой связи был отменен визовый режим для граждан Ирана. Количество туристов за прошлый год увеличилось в разы,
несколько сот процентов, можно сказать, потому что когда безвизовый режим был заменен визовым, тогда, в принципе, количество туристов опустилось от 170 тысяч порядка до 20 тысяч. То есть в этой связи есть ожидания у Тбилиси, есть ожидания от энергетического сотрудничества. И мне кажется, что вот этот энергокоридор, который закладывают четыре страны, Россия, Грузия, Армения и Иран, он после, на этапе реализации уже 2019-2020 года, он даст свои определенные положительные сдвиги. И тут надо важно понимать, что по части зоны свободной торговли, экономической зоне, которая вот в Мегре открывается, важно, чтобы Армения добилась каких-то результатов там, потому что, имея в качестве примера армянский бизнес, который вкладывает в эту зону и торгует с Ираном, мы тогда же увидим и грузинские компании, грузинских инвесторов, которые захотят вложиться в эту сферу и торговлей заниматься. Тут еще нужно отметить, что еще с прихода грузинской мечты Бедина Иванишвили, если мне память не изменяет, было сделано заявление о том, чтобы провести бизнес-форум армянских и грузинских бизнесменов. И я отмечу, что в ходе встречи с премьер-министром, кажется, было заявлено о том, чтобы дни грузинского бизнеса в Армении были организованы. Это, может быть, даст тот толчок, который позволит в каком-то смысле увеличить и инвестиции взаимные, и торговлю. Потому что на сегодняшний день, смотрите, по инвестициям в Грузию Армения опережает тот же Иран. Однако суммы несопоставимы. Если по части Армении в прошлом году мы из Армении было до 5 миллионов долларов инвестиций, то соседний Азербайджан, мы-то понимаем, в какие сферы были вложены инвестиции, но там более 500 миллионов. То есть 1% от того, что вкладывает Азербайджан в Грузию. Это тот мизер, но надо вот на этом мизере строить те сферы и находить те сферы, где можно работать и до чего-то доходить. Мне кажется, поэтому наш опыт взаимоотношений последних 20 лет с Ираном, он должен помочь Грузии. И очень важно то, что есть потенциал, а насчет предыдущего вопроса, вот я вспомнил, что я хотел сказать. Очень важно, Георгий Канашвили отметил, что насчет сотрудничества в международных организациях, опыт постсоветский Армении и Грузии показал, что две страны могут в тех случаях, когда какие-то резолюции касаются друг друга, голосовать нейтрально. Это в 90-е годы мы все видели. Однако, по моему убеждению, с приходом Михаила Саакашвили и под влиянием азербайджанской стороны Тбилиси, в свою очередь, нарушил вот это джентльменское соглашение. И после этого получаем мы на сегодняшний день следующее. Когда возникает вопрос по Абхазии, по Осетии, Армения либо голосует нейтрально, либо в основном голосует против этих резолюций и обратное. И однако, что касается вот по части беженцев, отмечу, что формулировки, кстати, в этих резолюциях, не знаю, в грузинские СМИ, по крайней мере, общественность свою не информирует, но формулировки там даются более широкие и касающиеся региональных конфликтов. Армения сама против себя голосовать не будет. В этой связи наличие упоминания Нагорного Карабаха в любой резолюции, она уже делает свое дело, и Армения голосует против. Спасибо. Господин Микайлян, вам тот же вопрос, но в том плане, что насколько вот для грузинской стороны интересно вот вкладывать деньги в Армении в плане выхода на Иран, а также в том плане, что вот здесь есть с границы Ирана будет вот свободная экономическая зона, насколько она привлекательная будет для вообще инвесторов и в грузинских в том числе. Ну, по всем деталям Джонни Меликан уже сказал, поэтому я попытаюсь немножко обобщить эту проблему. Для меня она выглядит следующим образом. Последние годы постсоветское пространство пришло к некоторому тупику развития, когда довольно сложно добиться хоть какого-то экономического роста. Нет никаких как бы потенциалов, не видно. Да? И в принципе это и в Грузии, и в Армении тоже налицо.
Нужно искать новые пути. Я думаю, что грузинские власти очень активно это ищут. Вот об этом свидетельствует налоговый кодекс, который был принят, вообще вся политика, которая предпринимается, и вот попытка открыть Иран, а также частично вот активизация отношений с Арменией. То же самое это для Армении, причем армянские власти, ну, скажем так, предыдущее правительство было во всех отношениях более пассивным и не инициативным, нынешнее пытается наверстать пропущенное. Что касается самой свободной экономической зоны, я боюсь выражать оптимизм, не уверен, что что-то очень хорошее получится, потому что не всегда это получается, но это очень сильно зависит все-таки от армянской стороны. Например, на границе России и Китая есть свободная экономическая зона. Россия не сумела никакими ее плодами воспользоваться. Так что в данном случае, я думаю, это все будет зависеть от того, насколько активно правительство Армении будет работать над этим. Спасибо. И последний вопрос вам, господин Канашвили. Конечно, если у вас есть комментарии к этим высказываниям наших спикеров в Ереване, вы можете, но вопрос такой. В СМИ просочилась информация, если я не ошибаюсь, грузинские оппозиционеры это все сняли и выложили в том плане, что через Грузию проходил какой-то конвой военной техники в Армению, и это был скандал, конечно же, эту тему обсуждались в армянской прессе, в политике, в грузинской политических кругах. Такой вопрос. После 2008 года, когда был вот, фактически не пролонгирован договор о снабжении российской военной базы в Армении через Грузию, то есть военной техникой, этот процесс остановился, и многие в Армении сетовали также на то, что для снабжения армянской армии тоже возникли проблемы через Грузию. Сейчас, как вы думаете, конечно, об этом не говорится часто, об этом умалчивается, но этот вопрос, можно сказать, негласно решили, раз военные грузы, можно сказать, или грузы какие-то там с военной техникой, конечно, она была аккуратно упакована, и мы не можем сказать, это на самом деле военная техника или военно-спасательная. Сначала сказали, там это гражданская, потом военно-спасательная и так далее. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я все-таки с первого вопроса, который был вашим спикером, о том... Чуть погромче говорите. Что? Все, продолжайте. Насколько грузинский бизнес или инвестиции могут прийти в Армении? Я, честно говоря, немножко скептически отношусь, не из-за того, что что-то против Армении кто-то имеет, а из-за того, что особенно много денег в Грузии нет. Нету их ни в Армении, и ни в наших странах, к сожалению. Это главная проблема. Почему мы... просим и вот стараемся наше законодательство как-то поменять, всякие дерегуляции и так далее, чтобы инвестор пришел. А для чего нам инвестор? Потому что у нас нет денег. А то мы сами могли бы построить гостиницу, так примерно, если, или фабрику, не знаю. Да? В этом самая главная проблема. Если там не будет что-то особенно привлекательное, какие-нибудь особые условия, не знаю, какую-то возможность добыться особенной прибыли, конечно же, вряд ли какой-нибудь бизнес или инвестиции будут приходить в Армении из Грузии. Что касается второго вопроса, я, честно говоря, есть определенный консенсус по отношению этого вопроса. Периодически, сейчас уже оппозиция, в свое время правительство, национальное движение поднимает через свои телеканалы, которые они, ну, Рустам Йори главный, и через этот канал, например, несколько недель тому назад был репортаж о том, как что-то вот уже вот на днях откроется железная дорога через Абхазию, и что вся военная техника будет и так далее, и так далее. И все эти
коварные армяне. Вот в этом контексте репортаж, который, ну, не знаю, для меня, чисто честно, для меня был такой позорный, и особенно учитывая, что у нас только население армян этнически оскорбительный нарратив. Но, ну, вот такой репортаж был, который не был обоснован на никакие, так сказать, реальные факты. И я, к сожалению, несмотря на то, что, ну, я понимаю, что Армения хотела бы получать намного легче через Грузию, чем через Иран и так далее, и так далее. Но я думаю, в Ереване с понятием понимают, что у нас, ну, здесь 35 километров стоят российские танки от Тбилиси. Мы на данном этапе, мне кажется, что не готовы для такого развития. И если что-то будет, какие-нибудь грузы, они будут, мне кажется, исключительно какого-нибудь такого, все-таки не совсем, так сказать, вот может быть что-то принадлежность какой-то военной части, но не военного назначения. И даже это я как-то исключаю, или же вряд ли такое тоже вижу в ближайшее будущее. Что-то должно произойти в грузино-российских отношениях, чтобы мы, да, были бы готовы такому развитию. Но я не вижу. Исходя из объективных реалий, которые на данном этапе есть в нашем регионе. Угу. Спасибо вам, спасибо за ваше мнение. Есть что добавить, дорогие спикеры, уважаемые? Если нет, то мы обобщим и вот перейдем к заключению нашего обсуждения. Спасибо вам за участие. Мне стоит просто напомнить, что вот на площадке медиацентра состоялось обсуждение, визит к министру иностранных дел Грузии Ереван и промежуточные итоги этого визита, а также мы обратились, можно сказать, ко всему спектру армяно-грузинских отношений и попытались какие-то новые нюансы находить и об этом вести диалог и беседу. Нашими спикерами в Ереване были Джонни Меликян и Грант Микаэлян. Грант Микаэлян, а из Тбилиси к нам подключился Георгий Канашвили. Спасибо всем, до новых встреч!